Это место, специально отведенное под дерево, пустовало. На днях сюда поселили ель. Там, где есть возможность, добавляли деревца для густоты. Лет через 10 здесь будет молодой ельник. Задачу обновлять и увеличивать зеленый наряд курорта поставил глава муниципалитета Юрий Поляков. Это проход к морю Восход. Сюда привезли сразу 19 сосен. Они росли в питомнике Зеленстроя и уже достаточно взрослые. В следующем году они будут радовать глаз отдыхающих, идущих на пляж. У нас проспект прекрасен, он зелен, красив. Но мы должны думать о будущем, и поэтому те деревья, которые мы посадим сейчас, через 10-15 лет достигнут уже определенной своей красоты возраста, и это будет достойная смена нашим старожилам, которые у нас сейчас тоже радуют нас, наших отдыхающих.